Смотри-ка. У него на руке символ цикад. А что, если мы придем, а их всех убили? Всех не убьют. Но откуда ты знаешь? Просто знаю. Слушай, не волнуйся. Ладно. Вот увидишь. Перелезаем. Надо же. Финишная прямая. Предупреждаю сразу, я не умею плавать. Кажется, тут справа не глубоко. Иди за мной. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ты это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят. Но я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. Нет, нет! Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта, может быть, у них была карта или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Сколько нужно? Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла. Ну почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! Не трогай меня. Вот черт. Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Весело, правда? Дай сюда руку. Вот, сам посмотри. Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, 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 это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Стереть
Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Ну иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи! Пошел вон. Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Мы знаем, вы здесь. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Что за нафиг? Ты понимаешь, что мы творим? Стой. Мы ее просто бросили. Хватит. Не отставай, надо уходить. Мамочки. Выход. Надо идти дальше. Нейтрализована. Она подстрелила двоих моих ребят. Вас понял? Ты ломаешь дверь, ты идешь со мной. Тесс. Есть, сэр! Они вот-вот ворвутся. А? Ты не видел? Покажи. Что теперь? Джоэл! Вижу. Что там за фигня? Покажись! Только не высовывайся. У нас потери! Ах ты, тварь! Боку! Понял.
без патронов! Все, идем, Элли. Да, иду. За мной, идем. Что нам делать? Джоэл, как отсюда выбраться? Так, для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. На севере чисто, никого! Быть на местах! Держи их! Я его не вижу. А ты? Вот он! За диваном! Сбоку! Он без патронов!
Не терять его! Тебе крышка, сволочь! Джоэл, вот выход. Вижу. Смотри, там лестница. Пригнись. Там солдат ходит. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепления. Вас понял. Держу позицию. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Заметил? Нет, здесь никого. Я не видел. Прочешите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись. Я не видел. Прочешите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись. Блин. Держи его! Я не видел. Прочешите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись.
Держи! Чуть не что-нибудь придумаем.
Смотри-ка, еще работает. Лестница. Может пригодиться. Залезай. Чего? Эли. Ладно, ладно. Осторожней. Спокойно. Так, и теперь скорее отсюда.
Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. То-то. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Нам туда. Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты! Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно.